Офигеть, авария. Раз машина, два машина. Обалдеть. Мост даже оторвало. У Volkswagen. Мусор же это, да? С мусором перевернулась. Офигеть. Ладно, никого нет. Да, пострадавших. Смотри, нет, вылазит из кабины. Он еще из кабины даже не вылез. Ему помогают вылезти? Помогают. Он вылазит, слава богу, живой. Смотри, сюда колесо вылетело. И с этой стороны он еще не никого. Таксист, такси. Похоже, асфальт высыпал. И высыпал. О, колесо здесь зачем-то лежит. И мусор вез. Бум. Как же без Яндекс.Такси?
прикол-то, расскажите. Я вам расскажу, если вы будете выкладывать историю. Я думаю, что это 50 будет тут. Вот, вот эта белая Тойота, она, менты его отпустили, 500 рублей штраф выписали, видно. Колеса отдельно. Какой машина, именно задняя часть. О, ух ты, ёпарасота. Там, наверное, летал. Катился кто-то, он колеса вырвал. А вот еще колеса. Во! Нормально прошел. Хорошо. Город Королев. В космос пошел. Сейчас о том, что происходило в городе, пока мы все спали. Крупная авария случилась сегодня на Сущевском валу. Столкнулось сразу 5 автомобилей. Как говорят очевидцы, такси внезапно затормозило. В него паровозиком вошли другие машины. В финале их всех догнал КАМАЗ. Движение в районе аварии некоторое время было серьезно затруднено. Сейчас машины, пострадавшие, сдвинули на обочину, и участок едет относительно свободно.